Отопление в домах Московской области планируют включить к 15 октября, сообщает портал РИАМО в Люберцах со ссылкой на МинЖКХ Подмосковья. При этом ресурсоснабжающие организации «Жилой фонд городского округа Люберцы» готовы к отопительному сезону почти на 100%. Обычно отопление в домах включают, когда среднесуточная температура находится на отметке ниже 8 градусов в течение 5 дней. В этом году в Московской области решено сократить этот срок до 3 дней. По прогнозам, затопить должны к 15 октября. Отметим, что в городском округе Люберцы готовы к зиме все образовательные учреждения и почти все социальные объекты. Так, в здравоохранительном комплексе осталось завершить подготовительные работы лишь в больнице номер 1 в Краскове. Жилой фонд и ресурсоснабжающие организации готовы почти на 100%. В настоящий момент идет завершение ремонтных работ в системе центрального отопления по программе капитального ремонта. В работе находится по кровлям 23%, в работе по фасадам 17%, внутренние инженерные объекты 45%, ремонт систем центрального отопления 23%. Организация, выполняющая ремонт на территории городского округа, это Люберецкий городской жилищный трест, который идет по графику перевыполнения, также организация ТВИН. Яна Яковлева, телеканал ЛРТ. Привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.